Это же Окуни, с вами снова, как всегда, я Чебурашка, и сегодня у нас будет очередной влог. Сегодня мы поедем в Ирбит, там я выступаю со своим стихотворением, собственно, произведение и с гармошечкой. Едем мы туда еще с двумя ребятами и с двумя преподавателями. Думаю, будет интересно, круто, забавно и хайпово. Также перед поездкой утром я хочу зайти на почту. Вчера у меня появился заказ на футболочку. Футболочка уже упакована и ждет отправления. Вчера у меня была продажа. Всем еще раз привет, это прямое включение. Ко мне сейчас в мой магазин на общежитии пришел мой очередной покупатель. Зовут, что покупаешь? Наушники. Наушнички покупаешь, да? Покупаешь что? Че? Покупаешь ты че? Наушники. А имя? Он же имя сказал. Он сказал? Он же имя сказал. Наушники. Ладно, все, давай. Проверяем наушнички. А перед началом подпишитесь на канал, поставьте лайк, чтобы мама ваша никогда не болела и жила вечно. Так, пока я сидел, ждал учительницу, мне позвонили, поинтересовались насчет часов. Это означает то, что визиточки все-таки работают. И в итоге у меня сейчас 2 часа забронировано. И еще один покупатель, возможно, перезвонит. И будет еще одна продажа часов. Итак, я нахожусь на почте. Вон там почта. Сейчас она буквально через 5 минут откроется. Я отправлю посылку. Посылка отправлена. Все хорошо. И сейчас мы уже отправляемся в Ирбит. Поехали. Итак, мы приехали в колледж, сейчас мы в столовой немножко покушаем, кайф. Я даже не знаю, что сказать. Мы пообедали и сейчас ждем времени, когда начнется все. Если честно, стеснения какого-то нету, потому что я уже не в первый раз вступаю. Ну и интересно самому посмотреть, что там будет. Новый город, новый колледж, думаю, будет здорово. Переоделись, теперь я выгляжу тем иначе. Идем в актовый зал. И мы его не слушались подчас. Он не казался нам таким уж взрослым. Но что я знаю о войне, о боли, страхе и кровавой бойне, о том, что чувствовал тогда такой же, как я, когда отчаянно бежал под градом пуль врага. Но слава Богу, я не знаю этой боли и не наблюдал кровавой бойни. И бежал тогда в припрыжку я домой, где ожидала меня мама. Ну все, отстрелялись, сейчас попьем кофе, подведут итоги и поедем домой. Мы выиграли. Ура! Грубо говоря, мы заняли все 3 первых места. Видимо, все.
на этом можно закончить ролик. Спасибо всем тем, кто досмотрел до этого момента. Всем удачи, всем пока.